много где, в общем, слышали об этом магазине, но не знали, что он есть в Краснодаре. Обожаю. В общем, у нас сегодня огромная закупка овощей и фруктов. Посмотрите, сколько у меня посылок с почты сегодня. 11. Как он выглядит? Праздничная коллекция. И вот теперь купила себе чехол. Постирала, называется, без чехла. Он, видите, такой. В Ашане взяли вот такие краски грим. Они мне нужны для... Хорошая смесь. Саша купил вот такой сок виноградный. Что-то за тебя... Вот и обед уже нас застал. Или мы его застали. Пахнет так у тебя тут ароматно. Мы вот купили на днях, которые огурцы и помидоры. Они такие ароматные, такие сочные. Вот прям, вот как будто, знаешь, есть весенняя зелень, а эти, да. Вот эти, они почему-то прям такие, прям хрустящие, огурцы ароматные, сочные огурцы, шикарные, все классное. Погода хорошая, дожди идут и тепло, и, ну... Овощей и фруктов прям хватает. Приятного нам аппетита. Ребята, всем привет. Мы уже собрались. У меня сегодня хвостик. И я одета снова в платье и джинсовую куртку. Очень сейчас комфортно как раз именно в ней ходить. Что тут у тебя за дела? Дела. Привет. Одеваюсь. В гардеробной вообще что творится? Мы, в общем, подоставали осеннюю одежду. И это все теперь... Ты без нее хватало? Да, а теперь вообще... Ну вот зато Саша сегодня в рубашке. Mm-hmm. Уже, потому что... Потому что свитер продувается, и в нем жарко. Ну ты можешь взять сверху и накинуть, если будет жарко, снять. Как тебе такая идея? Не хочу. Не хочешь? Не хочу, не буду. Да, у меня там одежда, вот это я гладила. Там собрались, готовы. Да? Да. И выходим. Поехали с нами, у нас всякие разные сегодня интересные дела. Давай я буду тебе такой... Буду тебе подмигивать. В общем, мы тут ехали, Саша сделал уже свои дела. И встретили магазин «Галамарт». Мы о нем только слышали. Много где, в общем, слышали об этом магазине, но не знали, что он есть в Краснодаре. Оказывается... А нам как раз надо в Ашан. Вот, что мы теперь зайдем и посмотрим. Напишите, у кого, в каких городах они есть, эти магазины «Галамарт». Очень интересно. «Галамарт». Магазин постоянных распродаж. Это типа фикс-прайса, что ли? Не знаю, что это. Ну, сейчас узнаем. Да, сейчас мы и узнаем. Я с чем-то другим, видимо, перепутала, но название такое видела. Это что-то прям... Мы в таком, в общем, ни разу не были, но только слышали о нем. Тут хвостовары, автотовары, инструменты, галантерея, посуда, какие-то акции. В общем, тут, по-моему, куча всего вообще есть. Да, что-то подобное, видимо. Ну все, идем смотреть. Едем, катим. Зайдем в Ашан, мне там одну... Штучку надо купить. И посмотрим, может быть, в Ашане есть Хэллоуин. Мы просто глянули, а в фикс-прайсе еще ничего для Хэллоуина нету. Интересно, может, в Ашане есть. В общем, зайдем, проезжали мимо, зайдем, посмотрим. Вышли из Ашана, и вот такие краски я купила. Они мне понадобятся для видео. И взяли там виноград такой белый и красный. Микс. И вот такие пряники первый раз видим, банановые. Они, кстати, сделаны в форме бананов, бананы, если что. Да. И со вкусом банана. Да. И в форме банана. 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 Все. Едем дальше. Вот такие вот там пряники. Банановые. Банан. Банана. Банана. Обожаю. Такое мне нравится. Это вкус свежего банана. А есть вкус, знаешь, типа сушеного, вяленого банана. Mm-hmm. Такой мне не нравится. Mm-hmm. Хотя вяленые бананы мне нравятся. Mm-hmm. Вот. А тут прям вот, знаешь, как есть какие-нибудь жвачки банановые, конфеты, вот такое все. Вот mm-hmm. тут прям такое. Ароматизатор вот, банан. Да. Mm-hmm. Типа этот хуба-буба, вот что-то такое банановое, знаешь, яркий, да-да. яркий запах, и яркий вкусно вкус. Пахнет и на вкус. Именно вот свежим бананом. Mm-hmm.
Очень вкусно. Мы уже проголодались. Время вообще 2:30. Уже давно пора обедать. Но мы что-то все никак не обедаем. Перекусим бананом. Перекусим, да. Полезный перекус. Да. Посмотрите, какая погода чудесная у нас. Хорошая. 26 градусов. 26 градусов, ребята, посмотрите. Вон девушка в футболке. Травка зеленеет, солнышко блестит. Да, потеплело снова и прям хорошо. Я уже куртку сняла, в платьице вот комфортно. Я вижу, что они надолго идут гулять, потому что вас все футболки. И мы уже дома. Посмотрите, сколько у меня посылок с почты сегодня. 11 штук. Буду сейчас все это смотреть, рассматривать. И мы купили всякие продукты. Сейчас покажу, что купили еще. В общем, у нас сегодня огромная закупка овощей и фруктов. Здесь дыня такая огромная. 2,5 килограмма. Говорят, что очень сладкая. Я надеюсь. Также взяла цветной капусты качан. Еще перец болгарский купили. Тут помидоры, сливки. Хочу заморозить. И для запекания еще мы их используем. Здесь баклажанов. Ну, тоже, наверное, где-то килограммчик. Также огурчики. Прям остренькие. Аж пупырышки колются, в общем. Такие свеженькие. Здесь куча кукурузы, полный пакет. Кукуруза просто отменная. Я вот ее раскрывала. Ну, тоже спрашивала. Сказала, мы постоянно берем там. Сказала продавец, что сладкая, вкусная кукурузка. Ну, будем, в общем, варить. Что еще? Виноград. Взяли кишмиш. Мы любим без косточки. Такую побольше гроздь там выбрали. И еще кабачков. Тоже, наверное, знаете, 2 килограмма. Посмотрите, какие молоденькие, зеленые. Тоже аж колятся. Даже вот здесь вот кожурка колется. Они прям только-только их привезли. Они все еще вот в этих волосках, если вам видно. Сейчас тоже много запекаем овощей в духовке, поэтому для запекания, для заморозки. А вот в Галамарте вот такой, в общем, для нижнего белья, видите, вот такая форма. Для того, чтобы я последний раз дорогостоящий лифчик хороший порвала в стиральной машине. Вот теперь купила себе чехол, постирала, называется, без чехла. Он, видите, такой жесткий, там вставки, надеюсь, будет работать. Еще в Галамарте перчатки взяла, в общем, совершенно обычные, такой расходник. И вот такой шарик в виде кольца. Сейчас покажу сзади, вот видно, как он выглядит, праздничная коллекция. Также в Ашане мы взяли вот такие пряники, Сан-Бане пряник банановый, очень вкусные пряники оказались. И в Ашане взяли вот такие краски грим, они мне нужны для видео в Инстаграм. Проходите, подписывайтесь на мой инстаграм, там каждый день выходят интересные бьюти-видео, и там будет вот такой грим, я буду его там использовать. И еще взяли виноград на вечер покушать, такой красный, крупный, и кишмиш без косточки, надеюсь, вкусный будет. Похолодало, хочется чего-нибудь горяченького уже попить, хорошая смесь. Саша купил вот такой сок виноградный из красного винограда, и как раз он отлично подходит. Тут все вообще очень просто. Просто заливаете, ну, не обязательно брать вино, можно сок. Заливаете вот эту смесь, 5-10 минут даете настояться. Потрясающий аромат получается у этого глинтвейна. Ты только понюхай. Да, я чувствую и так уже. Да. Фантастиш. Вот как мы брали в Икее такое вот, да? Да. Похоже очень по аромату получается. В общем, у нас тут будет глинтвейн. И виноградик красный, и этот, ну, такой крупный красный, я думаю, все его пробовали. И это кишмиш без косточек. И сырок также. Чеддер. Чеддер. Вот такой вот план. Кишмиш. Все, красота готова. Виноград намыло. Попробовали оба. Сладкий у нас сейчас такой виноград, прям сезонный, классный. И сырок вкусненький. Чеддер. Свежий, сочный, сладкий. Вкуснятина. Что это за тебя? Чайку еще решили попить. Этот глинтвейн такой сладкий, что хочется чего-то не сладкого. А этот чай такой лайтовый. Вот такой вот. Дилма малиновый, да, он вообще какой-то, как будто и не черный вовсе, а травяной. Да, очень лайтовый. Вот такой сегодня у нас получился день. Спасибо, что были с нами. И всем счастливо. Увидимся завтра. Всем пока-пока.